находимся в рамках проводимого благоустройства. И на сегодняшний день многие предприниматели реагируют на наши просьбы, чтобы, соответственно, прилегающие территории перед зданием навести на ней порядок, в том числе на самих зданиях. У вас много той рекламы, которая сегодня не соответствует нашему регламенту. Мы будем вынуждены, естественно, составлять протокол, чтобы вас вызывать на комиссию административную. Но если вы в течение 10 дней, соответственно, приведете в порядок рекламную продукцию, соответственно, здесь разговор будет. Но такое, что как вот здесь, повторите, это тоже нужно убрать траву. К вашему зданию прилегает. По правилам благоустройства получается на расстоянии 10 метров нужно, чтобы не было никакой травы. Вас все устраивает? Скажете, ну мы хоть решили все мы вместе. Правила есть, значит, все. Поэтому 10 дней вам хватит. Будем стараться. Да. Поэтому постарайтесь. И, значит, необходимо следующий вопрос освежить. Вы сейчас это все уберете. У вас, соответственно, обнажится в это, значит, здание, которое будет соответствовать той сетности камня, которая должно быть. Согласно архитектурно-художественному регламенту, какой цвет должен быть? Какие цвета будем делать? Привязывайтесь к соседнему зданию, так чтобы были в единой гамме. Кофей. И все вывески, вот как у вас начали располагать, только это должны быть не баннера, а вывески. Сколько здесь уже по времени, собственно? Мы тоже сейчас здесь железная дорога заходит, будет здесь вот эти все поросли убирать, да? Немножко попозже мы начнем градировать здесь, поэтому вы тоже здесь находитесь. Договорились? Да. Здесь больше не.